Всем привет, ребята, и сегодня будем играть в Five Nights at Freddy's 3, ночь третья. Так что так, ну что, погнали. Сегодня будем играть в третью ночь. Сразу же собираем кексики, на второй камере берем кексик, на третьей тыкаем на него, и на четвертой, и на шестой. И нас закидывает в мини-игру Chica's Party. Вот такая вот. И тут надо собирать кексики. Ну, мы будем пробовать проходить на хорошую концовку. Так что будем стараться проходить вот эти все секретные мини-игры. Тут раздаем всем кексики, тортики. Так, погнали еще сюда. И здесь собираем тоже все. Здесь тоже все собираем. И бежим. Так, куда? Ну, давайте. Зачем-то нам еще два надо. Ну, ладно, давайте побежим сюда еще. Так, ой. Надо подняться. Прыгаем вот сюда. Пробираемся. Опа, это что? О, это секретная комната какая-то. Ладно, побежали дальше. И... ура! Мы подарили огромный тортик. Так. И у нас началась заново третья ночь. Надеюсь, мы правильно все сделали. Ну и нам надо, короче, пройти третью ночь. Проходим. Ищем нашего спрингтрапа. Короче, будем звать его на седьмую камеру. Да, он был на шестой. Ну и либо же на восьмой. Я не знаю, на какой он был. Но мы его сразу же тащим на девятую камеру, чтобы было легче играть. Hi. Так, вот он там. И закрываем наперед вентиляцию, чтобы, если что, на нас нападет какой-то фантом, мы не закрывали вентиляцию, а просто пошли ее сразу же чинить. Если он заползет в нее, конечно же. Так что так, и у нас сразу же поломалось аудио. Так что чиним аудио. System Restart меню. Так, побежали вот сюда. Он уже убежал. Hello. Так, позовем вот сюда. И видео поломалось. Так, он что, вентиляции? Hello. Ладно, все, давайте. О, там Фантом Фредди идет. Ладно, главное сидеть в мониторах, пока он идет, а то... нападет на нас. Ой. Фух. Hi. Короче, мы чуть не попались на фантом Балумбоя. А где спрингтрап? Это странно. Hello. Надо найти спрингтрапа, иначе все. Капец нам будет. У нас вентиляция поломалась. Он, походу, где-то в вентиляции сидит. Так, короче, reboot all. Перезагружаем все сразу. Чтобы у нас камеры не поломались сразу же. У нас уже вентиляция, сигнализация пошла. Это плохо. Так, ну все, все починили. Надо быстро искать... а, он там. Только зачем нас... так, я... ладно. На седьмой уже, так на седьмой. Главное, чтобы здесь не появился фантом марионетки. Все, хорошо. И на девятую сразу же его. Все, он на девятой камере. Вентиляция у нас тут закрыта. Сидим спокойненько, уже 2 часа ночи. Ну, ждем. Hello. Так, где он? Ага, он в вентиляцию пополз. Все, он в вентиляции, но вентиляция у нас закрыта, так что он никуда не проползет, и он с нее выполз. Да, вот он. Прячется. Но мы его видим. Так что ждем. Ждем хотя бы 3 часа ночи. Надеюсь, уже будет 3 часа ночи. У нас видео поломалось. Идем чинить, и камера, у нас все поломалось. Так, чиним аудио и камеры. И уже 3 часа ночи. Хорошо. Побежали сюда. Фух. У нас чуть не напал фантом Балумбоя. А вон и Спрингтрап. Ну, пока что пусть сидит там.
Hello. Ладно. Пусть он думает, что мы тут. Но мы не тут. Мы в офисе. Hi. Ну, Баллонбой, конечно, молодец, что он нам помогает. Но его фантом нам не помогает. Это плохо. Но хорошо, что Hello. Хотя бы нас есть его аудио. И Спрингкраб бежит туда, где Баллонбой скажет «Хай». Ну, либо же что-то скажет. Это нам очень хорошо. Так. Фух, я успел. Я уже думал, все. Так, все, на этой камере. Уже 4 часа ночи. Хорошо. Видео поломалось. Hello. Так, play аудио. Камеры чиним. Так, там Фантом Фредди. Хорошо. Ой, фух. Так, он пока что здесь сидит. И он убежал уже куда-то. Так, он в вентиляции. Хорошо. Главное, чтобы не было два спрингтрапа. Это самое страшное, что может быть. Потому что непонятно, за кем надо следить. Так, reboot all. Перезагружаем все. Четыре часа ночи. У нас уже вентиляция дает сигнализацию, что что-то не так. Это плохо. Надеюсь, он не залез в незакрытую вентиляцию. Уже 5 часов ночи. Так, где он? Фух, он здесь. Не передумал уходить. Ну, пусть тут и сидит. Опа, а он заполз уже в вентиляцию. Так, посмотрим, нету ли случайно два спринтрапа. Но нету. Да? Нету. Ладно, все хорошо. А он пока что там сидит. Ночь. Третья. 5 часов. Ну, давайте уже хотя бы 6 часов. И все. А то сейчас нападет какой-то фантом, и он просто прилетит к нам. Если он, конечно, знает, что уже 5 часов. Hi. Тогда он точно к нам прибежит сразу же. Так, видео поломалось. Так, Hi. Сразу же. Play аудио и чиним видео. Ура! Мы прошли! Наконец-то! 6 а.м. Мы прошли шестую... Ой! Мы прошли третью ночь, да? Мы прошли, короче, третью ночь, и у нас началась мини-игра. Мы играем за Чику. И снова, короче, нам надо идти за фиолетовым Фредди. Так, пошли. И тут поломан Бонни и Фредди. Снова ошибка. И нас поломал фиолетовый человек. Нас поломали. Так что так. За что нас поломали? Жалко. Ну, вот такая вот четвертая ночь. Давайте посмотрим, что тут четвертой ночи. Не знаю, будем проходить или не будем. Привет, привет. Так. Что тут у нас? Ладно, ребятушки, я думаю, это может закончить наш видеоролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!